Привет, дорогие друзья, с вами Алексоник и Индекс. Всем привет. Ты громче скажи, там не слышно из-за музыки. Из-за музыки? Ну, всем привет. И мы поиграем в игру под названием Last Year of Phil. Да, у нас была такая часть, я хотел ее перепроходить, потому что она мне очень понравилась, и я ее не допрошел. Так, подожди. Вот сначала надо пояснить за сенсу. Так, звук, управление... Чувствительность, ускорение контроллера не надо. Мне вообще ничего. Управление, чувствительность мыши поменьше чуть-чуть. Потому что я уже, ну там, много чего. Покачивание при ходьбе, отображать перекрестие. Поле зрения. На максимум нафиг. Все, погнали. Алло, ты тут? Да, я тут. Фух, слава богу. Ну вот, мы такой появляемся в такой комнате. Господи, у меня уже мурашки по коже. Я не помню, куда надо было идти. Я помню вот эту часть, где вот тут кусочек мяса лежал. Ну, я не знаю, куда надо идти. Сходи в кухню, сходи. Ух ты, какой хороший. Тут спрашивай, где кухня? Подожди, надо вроде бы на второй этаж. Вот тут что-то... Господи, помилуй. Что это было? Что тут стукнулось? А, лестница упала. Господи, что это за черт? Господи, ну Егор у нас смотрит просто демку. О, видишь, ключик. Так, тут что? I'm sorry, но я это не понимаю. О, смотри, красная шапочка. Как началась красная шапочка? Шла красная шапочка, ее остановил волк. Так, говорит, где бабушка? Она не... Не, волк не говорит, где бабушка, он сразу ее съедает. А, нет. Это правда, он ее съедает. Да, и потом ее съедает. Понимаю просто. Вот это рассказ, вот это я понимаю. ФПС просел, молодцом. Так, все. Пройдись дальше, пройдись. Да вот тут вроде бы надо что-то. Ну, это я понимаю. Нет. Вот здесь, вот сюда вроде бы. Нет, тут ключ. А, так у меня же ключ был, помнишь, я его подобрал? Угу. Может сюда? Вот тут я помню, где мячик вывалился. Но тут ничего такого страшного не было. Мне интересно, что-то за окном ничего нету. Что с окном? О, посмотри, да, собака. Я помню эти комнаты, господи. Сюда нельзя, значит, а куда можно? В смысле? А, точно! Ой. Не-не-не. Иди отсюда, музыка! У меня все время эта музыка страшила. Кольцо. Так, гармошка. Не оборачивается страшно. Что тут? Тут у нас скакалка. Ну, чтоб по горбу бить. Блин, мне бы такую взять бы. Да, и бы тут не... Фу, господи. Я так пугаюсь из-за всего, господи, что будет только. Я когда от выстрела ВП сзади меня со звуком таким, что он прям близко-близко, пугаюсь, как в жопе. Я помню, иногда от своей смерти пугался в КС-ке. Ну все, пошли тогда в подвал. Подола, кухня. Подожди. Так на кухне это потом. Вот эту мы в дверь проверяли? Да, она закрыта. Да, она закрыта. Но если она закрыта, тогда нам уже надо идти не на кухню, потому что на кухне там делать нечего. Привет. Это моя самая любимая картина. О, вот тут что-то открыто. Так. Тут что-то было. Можно... А, вот. Свет. Что? Куда? Зеркало. О, смотри, какое! Я еле себя разглядел. Нормальный. О! Так, тут ничего нету. О! Это травить мышей, да. Ну, значит... Ну все, пошли. Там травить мышей только. О! Травить мышей... В подвал надо идти. Картина. Вот. Ух ты, господи, все. Началось. Мы в другой фигне какой-то.
Мне бесит, когда за мной двери закрывают. Я что, не самостоятельный? Вот я возьму и сам дверь. Да блин, я думаю, мне даже двери не дают закрыть. Что тут? О. Картина. Что? Майдик из Биг ходишь по кругу. Ну и что? Я не ходил по кругу, в смысле? Я тут первый раз. Так. Это было, это было. Это было? А, да, точно, тоже пин-код. А я забыл пин-код. Тут где-то листочек вроде... А! По картинам там вроде бы что-то. Так. Ух ты, господи. Вот, видишь, по картинам? Тут джапастый этот пацан. 8, 4, 5, да? Так. 8, 4, 5. Нет, значит, 5, 4, 8. 5, 4, 8, да. Все, открылось. Что тут у нас? Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии, убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Не, я не выйду. Я не хочу выходить. Алло. Алло. Все, а что ты из Дискорда вышел? Мне так страшно. Ты еще из Дискорда выходишь тут. Демка врублена или что там? Да-да-да, все врублено. Кресло качается. Олень. Как живой. Уи-и-и-и-и-и. Закрутили глобус. Посмотри на оленя. Господи, ты бесишь меня с такими оленями. Можно тут присесть и пойти вот так в КС, как с АВП на призиде. А где я теперь? Как мне вылезти? В смысле? Я ничего не вижу, в смысле? Да как яркость побольше сделать, господи. Это максимум. А можно там Alt+Z? Нет, нельзя. Эта игра не поддерживается. О, поддерживается, слышишь? Подожди сейчас. Нет, игра не поддерживается. Я бы тут сейчас на яркость побольше сделал. Ладно, пофиг. О! Господи, баба, иди отсюда! Ну нахер! Там как-то сильно летел. Опять баба, слышишь? Не, не подходи к ней. Бабка, ёшка, блин. Фух, теперь она нормальная. Фух, да, это теперь она нормальная это. Ну, непонятно, да что-то, как она передвинулась. Я тут не был в жизни, я вам говорю. Я вроде бы к этому ребенку не подходил. Как где будильник? Врубильник. А, врубильник. Будильник. Может, рычаг? Господи. Рычаг. Теперь я к оленю не... Я к оленю не пойду, я знаю. Там бабка. Посмотри, там бабка. Вон, картина бабки. Оп. Да подожди ты к бабке. Надеюсь, тут не провалюсь я нигде. Господи, меня так испугал этот звук скрипящий. Просто я закрыл глаза и бегу. Иди нахер! Поверни слегка налево. Да, вот так. Именно. А теперь замри на мгновение. Я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. Понимаю. Господи, меня Егор пугает со своим выходением с Дискорда. Надеюсь, тут ничего не будет. Тут ничего нет, Егор. Алло, ты тут? Да, 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 я тут. Тут ничего нет вроде бы. Пошли на картину. Ты меня своим криком напугал. Посмотрел на картину. Ну нафиг с этой картиной, блин. Что это за картина? Да все, там уже черный экран. Можно идти, выйти отсюда? Почему на себя? Тут кто-то плачет. Открой там дверь сбоку. Привет. Нам пора поговорить, тебе не кажется? То есть, я так много раз видела тебя в своем доме, но никогда не решалась так вот взять и подойти.
до сих пор. Не, там закрыто. Да не хныкай ты, стонешь ты там. Сейчас АВП в голову получишь. Куда идти? На, подожди, налево, налево, налево. Мне кажется, налево не надо, потому что это дальнее, это ближе. На картину посмотри. Ты... Я больше на картины смотреть не буду. Чего? Они же красивые. Очень красивые они, слышишь? Где? Такая картина уже где-то была. Ну и что? Подвал. Или что это? О, бабки. Фу, банки, банки, банки. Фух, ты меня пугаешь, о, бабки! Во, я думал, вон та бабка опять. Да я больше всех пугаю. Бабки, блин. Вот это кухня. Кухня вернулась. Я помню, что тут надо делать. И теперь я вдуплять не буду. Так, сейчас должен... А я не помню, как свет выключается. Вот тут козявка должна быть. А ее тут нету. Ну и что дальше? В смысле? Что делал? Может, назад? Ой. Лимон выпал. Это лимон. Посмотри на лимон. О, смотри. Какой лимон? Ой, еще один. Яблоко, это яблоко! Я тебе первый сказал, что это яблоко. Давай, если хочешь, стой... Так. Беги. Ой, ты господи, не. Иди же к чему сферам. Посмотри, сколько яблок посыпалось. Вот, козявка, козявочка. Сначала искал холст. Фу, это кожа, я забыл. Холст. Это Артем говорил, козявка. И надо было найти нож. Не тот, которым режут хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что я в конце концов взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Выпивка помогла унять дрожь в руке. Ну нафиг, я на это смотреть больше не хочу. Блин, когда я смотрю на эти предметы, у меня потом такая санса маленькая. Может, назад надо пойти? Назад. Ой, не, эта дверь подсвечена. Она закрылась. А, тут нарисовать, наверное, что-то надо. Так, что мы рисуем? А потом, если вы хотите, ну, набираем где-то 5-8 лайков. Не, 8-8 лайков. И мы выходим в новой серии. О, смотри, что это тут. Ну, скажи, ничего не понятно-то? Кровью рисовать-то. А это что тут написано? Тут непонятные сны. Ну, какие сны там могут быть? Ну, короче, до свидания, короче, я побежал. Уи-уи-уи. Я помню, мы нажали идти наверх. Ой, я не помню, в какую сторону. Так, закрыла. Слышал? Звук кейса открывания. Так, сейчас. Вот тут звук кейса. Ну, блин, я помню, звук кейса тут был открывание. Куда надо? Сейчас. А, туда нельзя, слышишь? Хопана! Все. Ну, вроде бы все. Погнали. Жаль, что тут приседать нельзя. Он сейчас застрянет, вот чекай просто. Да не застрянет он. О, господи, помилуй. Избавь нас от этих ждуш. Что тут написано? Я хочу бы хотел посмотреть. Так, что тут? Она какая-то. Так, все, выходим. Значит, смотри, фастиком вы открываем дверь. Нет, ну не эту. Так, тумбочка, чисто. Тут что? Тут ничего. Тут что? Тут ничего. Ну? А в какую тогда надо идти? А. Назад, назад, назад. Нет, я не хочу туда идти. Там этот гоблин, посмотри. Какой гоблин? Ну вот он, видишь? Там же никого не было. Нет, там не было никого. Зайди. Гоблин какой-то. Это понимаю. Так, все. Можно идти. Со спокойной душой. Почему остановилась? Чудесная мелодия. Дорогая, прошу еще немного. Только дорисую вот эту часть. Ну, не заставляй меня умолять. Угу. О, ключик подошел, слышишь? Угу. Я пока туда не пойду. А. Я помню, вот тут был смешной момент, когда я смотрела вот тут. Артем такой, хата! И я такой много, хата, 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 хо, хата, хата,
хата горит. Хата, 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 хата! Не, я сюда, кстати, не ходил. Мне интересно походить сюда. А я это, кстати, не видел. А может, я где-то провалюсь? В хате. Жаль, что здесь прыгать нельзя. Чё такие маленькие туннельчики, блин? Михаил, было бы прикольно, если бы ты там ходил, тебе бы, блин, ты бы упал. Не, надо Сансу всё-таки побольше сделать. А то так... О, это слишком большая. Это я прям ворочаю, куда не надо. О, такая нормально. Так, значит, я помню, пошел вон туда, значит, идем сюда. А, сюда нельзя. Значит, идем. Вот таравану тебя! О, тихо, книжка какая-то. А, это мышеловка, господи. Тут книжки лежат, я знаю. Видишь, я Ванга чисто. Я не буду смотреть на Лени. Подойди к Лени. Ну, подошел. У него рот желтый. Он как живой. Зомби, слышишь? Да подойди ты к картинам поближе. Не хочу подходить поближе. Я издалека рассмотреть могу. У меня зеление ноль, как бы. Вон глобус покрути. Вон, я вот так буду смотреть. Да ты поближе еще. Да зомби я тебя вылезет. Господи! Господи! Так. Туда нельзя, значит, идем сюда. Тут что есть? Тут ничего нету. Ну, смотрю. Подошел поближе, вот так даже посмотрю. Что? Ничего нету. Так. Это что? Вот этот был момент такой. Бежать надо или что? Я помню эту собаку, я не хочу туда идти. Это... Как бы тебе сказать? Это... Я закрыл глаза. Ой, собака жарилась. Чуть-чуть. Нет, ты все-таки чуть-чуть забыла. Думал, скример будет какой-то. Ну, типа вот этого. Какого? Ну, я не знаю, какого. О! Это как его там звали? О, смотри, тут еще одно лицо. Хм? Двух личностей. Петр Первый, что ли, это был? Или кто там? Нет. А кто это был? Не знаю. Ну, видишь, двух личностей. И тут... Это, наверное... Художники такие. Опа, привет! Я просто трачу себя на тебя. Там что-то... Вот крыса, а. Сейчас я... Я сейчас до нее догоню. Да иди ты нафиг. А что такое? А что случилось? Что такие звуки там? Крыса, иди сюда, я тебя сейчас догоню. Куда крыса убежала? Сюда нельзя. Где крыса? Я не понял. О! Чё ж она сама выбивается, а? Да, там ящик можно было открыть. Закрыл. За свечи, свечи. Там ящик. Какой ящик, а ну? Там открыть... Да нет, не здесь, а когда ты... О, садил. Ключ! Чё? А чё теперь? Что такое? Блин, я люблю, когда ярко. Я хочу ярче. Почему? Почему все темно стало такое? О, смотри, кто так ходит. Тут что? Вот подойдешь, и тебе бокалом в этого это подаю. Иди на! Я тебе потом тоже по голове постучу. Иди по окружающему миру, одни двойки, иди учи. Все, можно открыть? Не, нельзя еще. А, все, можно. Нет. Да что это такие звуки, типа не топот это? Это какой-то... Не знаю. Я тогда спать. Пока. Спокойной ночи, малыш. Что? Назад, там какой-то ящик был, да. Не, вот. Да вот ты нашел.
Я не хочу к тому идти. Все, до свидания. Вот этому ящику. Какому? Да, вот сзади. Вот, да. Вот это? А что? Да. Что тут? Там тут ничего нет. Ну ладно, я подойду к этой картине. О, пока. Нет, тут ничего нет. Ну, может, сзади там что-то будет. Ой, тут ничего не было, слышишь? Ой, ты боже. Этот дом просто восхитительный. Помнишь эту клюшку? Ступеньки. Если переедем, то смотри твой. Мне кажется, ты бы не отошел, это была бы смерть. А я думала, это по горбу надо стучать. Оно прям в глаз залетело. Нет, там ничего не будет. Я помню эту гармошку. Сейчас тут все переливаться будешь. Я тебе сейчас отвечаю. Надо диск взять где-то. Тут был. А диск... мне кажется, я эту комнату уже видел, но гармошка стояла в другом месте. О, смотри, гармошка. Ага. Вы их... Нет, я помню эту... Вот она. Сюда ее. Давай, заводим. А это что? Погнали. Блин, мне сложно крутить. Так, надо вот это поставить. Как поставить ее вот туда? Не знаю, надо подойти с другой стороны. Ой, все вянет. Ошибка. Ой. Тогда сейчас смотри, как закрутим ее. Мне кажется, что-то начало меняться. Я не знаю, что происходит вообще. Там дырка вот. О! Мне понадобилась банка и пластиковая трубка. Там вода. Я откачал воздух. Мне я знал, кажется, как это сделать. Похоже на воду. Я вставил трубку кверху и стал высасывать воздух. Это точно не вода. Пока в рот не потекла кровь. Я хотел сказать, это кровь. В банку, и кровь полилась в нее. Всю ночь я чувствовал во рту привкус меди. Почему я не подумал о шприце? Ой, теперь все в этой воде странный. Господи. Да блин, почему оно... Ты крути, крути. Смотри, оно сейчас само отпустится, видишь? А как вот эту поставить? Или что? Что надо сделать? В смысле? Я забыл. Сейчас свои прохождения надо было сейчас будем смотреть. Может это... Надо вот так. Давай сначала проищем все. Может тут что-то есть? Нет, тут, да тут ничего нету, тут есть одна гармошка. Ну вот, крутим, значит. В трубе может что-то. В какой трубе? Подойди, подойди, подойди. Да не работает она, вроде бы должна расплавиться. Ну, от вот этого изграния. Я забыл, как. Во, работает. Подожди. А, вот! Что ты за пинку нажал? Я не знаю. Еще одна. Она восстанавливается! А мне это надо было? Наверное. У тебя дверь зато есть. Ну все, я все восстановил. Что дальше? Дверь, дверь, дверь. О, правда открылась. О, тут ничего нету. Ой-ой-ой-ой-ой, картинка, картинка. Что же тут появится? Будет видно, что там может. Давай, рисуй баночкой. Ну это, скажи, не на что такого не похоже, скажи. Нет, в первом были... Забыл, как они называются. Это теперь корабль. Какой-то. С
какого ракурса ты смотришь? А, типа корабль? Нет. Да, кстати. Ну, нос слишком большой. Да ладно, а прошлый вот картине были типа фламинго, но без кожи. Фламинго без кожи. Ладно, над этим мы, наверное, и закончим. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Всем удачи. И Егор. Всем пока. Пока. А как это? Автосохранение.